разработчик, скриптер, маппер и так далее. И происходит она, я так заметил, только с игроками Advanced Roleplay, либо с приближенными вот так же, далеко, не идеально. У меня аккаунт удалили, о том, как у Ангела Касада аккаунт удалили. Посты пишет не Андрей Ринга, но откуда я это мог знать? Почему по страничке ВКонтакте вычислят и на улице будут им ёбло, блядь, бить? Прям в шарагу им будут приезжать, спрашивать, это ты, бля, селфи-палку нахуй на Advanced сделаешь? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Порядка нескольких дней назад у меня вышел видеоролик касательно небезызвестного Андрея Ринга и его реакции на комментарии под постами в Advanced Roleplay блоге разработчика. Как оказалось позже, из комментариев под данным видеороликом, да и из личных сообщений ВКонтакте, посты эти пишет не Андрей Ринга, а разработчик, скриптер, маппер и так далее. Личность этого самого разработчика, скриптера или маппера установить не получилось, к сожалению, никаких ссылок или чего-то прочего мне не скинули. И тут я бы хотел поговорить не столько про Advanced Roleplay, а столько про то, как люди не умеют абсолютно вот слышать. Это не тот ролик, в котором я там, знаете, бомбил на то, что меня не так понимают, то, что мои слова передергивают и что-то наподобие того. Нет, эта хуйня происходит уже достаточно давно, и происходит она, я так заметил, только с игроками Advanced Roleplay, либо с приближенными вот к ними людьми, которые вот просто не могут уместить у себя в голове тот факт, что Advanced Roleplay далеко не идеален, и основатель этого самого проекта также далеко не идеален, и есть к чему стремиться. И я уже много раз рассказывал эти истории охуительные о том, как у меня аккаунт удалили, о том, как у Ангела Касада аккаунт удалили, о том, что вообще творится на Advanced, там, блять, как обновления просто вот какие-то просто ебанутейшие там выходят, которые не влияют вообще ни на что, как будто бы их, блять, делают вот чисто, чтобы что-то сделать, чтобы вот что-то было, да, и вот многое много другое. Ну да, я вот в том своем видеоролике не угадал, к сожалению, к чему приурочены вот эти все маски, вот эти все селфи-палки и все-все-все прочее. Оказалось, что Advanced Roleplay на 20-й год жизни своего вот этого проекта решили сделать, наконец-таки, инвентарь. Инвентарь, который сейчас по умолчанию есть даже, по-моему, у мобильных GTA проектов, не говоря уже там про какие-то самповские проекты, которые только-только открываются. Это основа основ, которая должна была быть на Advanced Roleplay уже давно. Но сейчас мне говорят, что чел, бля, там никакой не магазин аксессуаров, ты очень сильно перепутал, там даже не магазин масок, там вот именно инвентарь. И, ну, как-то так, знаете ли, не особо. И понимаете, я не один, кто возмущается всем этим, мол, говорит, что, блядь, инвентарь поможет вот как-то вовлечению новых игроков. Инвентарь, он как-то, он удержит игроков, да, как вот эти вот хваленые спа-салоны и все прочее. Просто, понимаете, адвансеры, они ставят дизлайки и даже не задумывают своей головой о том, что я хочу помочь или хотя бы задать вопросы, как, знаете, гражданин абсолютно точно свободной страны. Просто задать вопросы. А уж ответят на них или нет, но это уже дело, как бы, абсолютно точно каждого человека, да, а мой канал смотрят люди, шарящие за Advanced Roleplay, которые разбираются во всем этом лучше, чем я. Ну вот откуда ж я мог знать, что если в контактах группы указан Андрей Ринга, то это еще не значит, что посты пишет не Андрей Ринга. Ну откуда я это мог знать? Почему в контактах группы не указаны вот эти вот все скриптеры, мапперы и все прочее? Они что, они настолько гордятся своими вот этими обновлениями, что боятся, что их, блядь, по страничке ВКонтакте вычислят и на улице будут им ёбло, блядь, бить? Прям в шарагу им будут приезжать, спрашивать, это ты, бля, селфи-палку нахуй на Advanced сделал или что? Я вот это вот конкретно так, знаете, не понимаю, потому что, ну, в самом деле, блядь, ты сказал, что у Advanced появится инвентарь. Нет, ты долбоёб, ты всех наебал. У Advanced появится инвентарь с кнопками. Ты сказал, что у Advanced появится инвентарь с кнопками, но ты не уточнил, что с кнопками, с которыми можно будет выбрать скины бомжей, блядь. Вот просто и упрекают. Ну, серьезно, блядь, адвансеры, ну в чем проблема? И такое вот, я сказал, что это только у адвансеров. Нет, такое есть у абсолютов, у игроков абсолюта РП, я буду их называть абсолюты, да, вот и, ну, потому что от другого названия у них просто абсолюты, блядь, это реально, это абсолюты, это просто роботы какие-то, я не знаю, просто биофизические. Я уже, ладно, я уже особо сильно не хочу с ними спорить, я бы хотел взять, знаете, как какое-нибудь интервью, знаете, там у игроков вот этого самого абсолюта Roleplay и сказать, чел, ну вот тебе самому не кринжово вот это вот, ну ладно, там играешь и играешь, как бы кому какая разница, но оправдывать Absolute Roleplay
Блин, ну ты, тебе за это платят, или что? Что вот у тебя в жизни поменяется, если какой-то дебил, какой-то, я не знаю, дурак, да, вот коим ты его считаешь, выскажется там про этот вебс. Ну что в твоей-то жизни изменится, дебил, блять? Нахуй ты ходишь, засираешь комменты-то вот этой вот всей хуйней. И просто, и адвансеры такие же, нет, ты не прав, ты не угадал, там, знаю, там не магазин аксессуаров, там, бля, там инвентарь появится. А чтобы в инвентарь-то купить все эти шмотки, нужно будет зайти, наверное, в магазин аксессуаров, да? Или я опять не угадал? Или они будут даваться за квесты, да? Или... Ну, я просто... Я уже просто, блядь, не это... Адванс, блядь. Это заебись. Почему постоянно я должен давать какие-то пояснения к своим видеороликам? Вот, блядь, вышел видеоролик там на 5, на 6, на 7 минут, и просто... И потом я еще записываю на 5, там, на 6, на 7 минут еще дополнение к этому самому видеоролику, чтобы объяснить дебилам немного. Ну вот не так ты все это понял. Ну, что с тобой не так-то, сука? Ну, просто, ну, блядь, ну что? Я не понимаю, бля, я этих людей абсолютно точно не понимаю, вот с этого, с Advanced Roleplay, ну в самом деле, бля, ну выйдет у вас там инвентарь, выйдет, что это вам онлайна принесет, или что изменится-то, блядь, это вот только старые какие-то игроки, которые там до сих пор остались, не могут оттуда уйти, потому что боятся конкуренции на других серверах, потому что там, блядь, на админку кого-то кроме них могут поставить, и все, блядь, и все, и больше там ничего нету, сидят такие, не, ну, бля, ну, это инвентарь так-то вообще заебок, я из-за него вот теперь из игры вообще выходить не хочу, это, бля, классно, инвентарь, бля. Лучшее, нахуй, изобретение, ну, я в самом деле. И я, бля, я просто, нахуй, не понимаю. Постоянно выпускаю видеоролик и постоянно пишут. Я заебусь, блядь, отвечать на эту хуйню. Сейчас под этим видеороликом напишут. Нет, ты, бля, не прав. Ты просто, бля, ты слит. Ты слитый, забытый, бля. Ты опять все сказал не так, как надо. Да я ебал, бля. Я просто, я ебал, нахуй. Это пиздец.